Всем привет! Сегодня я собиралась порадовать вас знакомством сразу с двумя интереснейшими местами города Киева, которые находятся практически в одном месте. Это начало Андреевского спуска, где мастера и художники продают свои работы, и Андреевская церковь. Каково же было мое удивление, когда свернулась с Владимирской, я поняла, что забыла про карантин, и людей на улице очень мало. Но оставалась надежда побывать в Андреевской церкви-музее и поснимать там. Но здесь все-таки обнаружилось пару стойких продавцов. Первый столик – это больше для коллекционеров. Тут и марки, и открытки. Вот. Здесь магнитики для туристов и гостей Киева. Но к ним я еще вернусь позже. Третья раскладка. Меха, платки. А дальше бессменные матрешки. Кстати, эксклюзивные работы на любой вкус. Конечно, когда вспоминаешь, насколько полны были улицы продавцами картин, которых хватило бы, наверное, на несколько картинных галерей, так точно. Ну что ж, пока ситуация диктует свои правила. Так, машина. Машинам проезда нет. Разворачиваются. Чем мне нравилось выбирать сувениры на Андреевском спуске, так это креативностью. Каждый приезд здесь можно было обнаружить что-нибудь совершенно новое. Как, например, сейчас. Домовята или славные фигурки. Вот. Или, например, украшения. Какая стрекоза. Ага, а теперь я знаю, куда деваются стеллажи в отсутствие их хозяев. Превращаются в лавочки. Ну что ж, пойдем смотреть музей. К сожалению, здесь нас ожидал сюрприз. Я очень надеялась, что именно внутри Андреевской церкви я смогу поснимать, так как она не является действующей церковью. Но, к сожалению, в данный момент Андреевская церковь находится на реконструкции. Поэтому полюбуемся ею с улицы. Вот здесь можно прочитать историю этой церкви. Кстати, нас приглашают полюбоваться на живописную смотровую площадку в связи с реконструкцией. Ну что ж, пойдем на площадку. Кстати, ее я не помню. Это довольно-таки новое место. Да, лестница сооружена в 2019-м. А вид действительно открывается очень живописный. И на саму Андреевскую церковь, и вниз. А кроме того, я думаю, это теперь очень удобно. Не обязательно топать аж до Владимирской горки или до фуникулера, чтобы спуститься вниз. А еще я заметила, что вон там
все-таки продают картины. Так что если кто-то надумает покупать, должен просто обойти Андреевскую вокруг. Ну, покупать картину в мои планы сегодня не входило, поэтому я брошу еще один взгляд на Андреевский спуск и рассмотрю поближе вот эти две фигуры. Это Голохвостов и Проня Прокоповна. Если кто помнит фильм, то венчаться они собирались как раз в Андреевской церкви. Фильм «За двумя зайцами». Это, кстати, как про меня сегодня. Наметила два дела, и ни одно из них не удалось. Кстати, с этой сладкой парочкой любят фотографироваться молодожены. А мы в свое время фотографировались с Андреевской церковью. Что мне нравится на Андреевском спуске, так это даже скворечники имеют очень художественный и оригинальный вид. Мы будем возвращаться. Мимо немногочисленных столиков. Да, шапку я тоже сегодня приобретать не буду. А вот магнитики. Магнитики мы возьмем. Ну, например, вот эти.